Ладно, конечно, да, я понимаю все. Видите, народу мало. Такой закат, видите. Кстати, сегодня у нас... Какое сегодня число? 23-е сегодня, да, 23-е. Ой, сегодня у нас четверг. Он такой красивый этот у нас, этот... Красотень. Вот, смотри. Видите, как летит самолет. Самолет притянет небо. Друзья мои, сейчас подождите. Давай фокус делайся, боже ты мой. Не хочет фокус делаться. Видите? Абсолютно вот так вот. Донатично. Красиво. Красиво, красиво. Но не хочет она, видите. Я тело. Ладно. Вообще красотейший донатейшн, друзья. Там корабли по набережной донатейшн, друзья мои. Поскорейшн. Здрасте. Речка. В том году речка была. Прям доходила до самого этого. Лесенки закрывала, все такое, понимаете? Вот. Красиво. Там вот мостик такой. Ну, нельзя. Вот солнышко такое. Закатик такой. Ой, пуси-муси. Опс. Вот, смотрите. Мостик. Клево. Пойдемте дальше. Самолетов у нас. Ну это линия, друзья. Там вот самолет, там самолет, видите. Одни уезжают, другие улетают, друзья мои. Вот. Прям вот самолеты летают. Прям хуже. How are you with much? Девуля. Девуля. Ой, там чувак ловит рыбу. О, видели, как он закинул удочку? Он закинул удочку, он. Вот. Короче, закинул удочку. Поймал он золотую рыбку. И, короче, золотая рыбка такая говорит. Ой. Отпусти меня. Красивую золотую рыбку. Ну, старик говорит. Сейчас, говорит. Я тебе, говорит, не могу выпустить. Не могу. А он говорит, ну да. Давай исполни, говорит, желание мое. А это
Рыбка говорит: ладно, что ты хочешь, чтобы я тебе исполнила? Ой, хочу быть молодым стариком. Ну и, короче говоря, рыбка говорит: ладно, ущипни себя за это, за жопу. Старик ущипнул и стал молодым. Так суть в том, что, друзья мои, когда вы себя щипаете, вы все равно не будете молодыми. Ну, если только, конечно, друзья мои, вы сделаете пластическую операцию, и будет у вас the best будет. Ладно, друзья мои. Всем спасибо, что вы смотрели мой маленький блог с набережной, да. Да, друзья. Всем пока. Всех люблю, целую, обнимаю. С вами был Скорпион Скорпионыч. Пока.